Привет гостям канала. Обратилась ко мне женщина Галина Жиночка из места Винница по помощи по ремонту гилкориза. Отправляла вона нам через за допомогою нової почти. Було заявлено, що в місті Вінниця взагалі немає майстра по ремонту таких акумуляторних гілкорізів. В місті Києва відказуються від ремонту, вказуючи, що це одноразовий інструмент. Хоча, по словам жіночки, вона відвалила за дану грушку 3,5 тисячі, що у нас заявлено. Ну, дійсно так, він практично новенький, судя по мінімальному износу корпуса. В наличии один аккумулятор, всего лишь. Ну, Галина нам сказала, что, значит, производитель, ой, продавец сказал, мы вам вместо второго аккумулятора дамо запасный ланцюг. Далее, из-за того, что мало пропрацював данный аппарат, она обратилась в цей интернет-магазин, який не відповідає на неї, на її дзвінки, не, ну, взагалі. Так, значить, каже Галина, що що-то задиміло, де задиміло, значить, смотрите, на включення не реагує. Що це у нас взагалі? Наклеечка у нас тут відклеїлась, і це, як би, міні-електрик, ну, типу міні-електрик пила. Навіть ніякого бренда не захотіли китайці придумати. Ну, паспорт дали. Ага, от щось тут. Якісь нотатки, мабуть, цього інтернет-магазину. Так, ну що, почнемо з акумулятора. Тут, я так думаю, що задимів або акумулятор, або електродвигатель. Так, так. Що у нас тут заявлено? 2,4 вольта. Змірення постійного напряження. Ну, 20,5. Как бы в норме. Хоть и не в норме, но может быть разряженный. Что? Нам остается только разобрать корпус и продолжать обнаружение поломки. Ух ты! Ха-ха. Смотрите. А здесь? Ну-ка, фокусируйся. Наблюдаю, что произошла отпайка плюсового вывода электродвигателя. Двигатель здесь обычный. Что он здесь? Да, обычный, ну, который ставится на шуруповерты. Так, что? Эксперимент. Подключаем аккумулятор. Тихо, тихо. Да, будет прикол, если он заработает. Откуда же тогда Галина заявила со страху, сказала, что у нее задымело что-то. Так. Уля-ля! Здесь все очень просто. Ремонт очень простой получился у нас. Включаем паяльник. Залуживаем хорошо, перепаиваем даже, наверное, минусовый вывод. Собираем и тестируем. Еще решил усовершенствовать, обезопасить. Вот, сами клеммы спрятал термоусадку, потому что если они вдруг подогнутся, они могут коротнуть на корпус. Собираем. Так, гилкориз я уже забрал. Вы маете на увазе, что... Есть вот вся модель, она совсем не обеспечена смазкой цепи. Видите, уже выработка пошла. Ну, перегрев. Металл трется. Поэтому, как вариант, я рекомендую добавлять хотя бы периодически масло. Вот так вот, для смазочки. Оп, оп. Сейчас мы подключим аккумулятор.
промазать его. Все-таки легче будет металл об металл. Вот у нас есть объект. Сейчас мы затестируем. Ну, все работает, в принципе. Ну что, місто Київ, місто Вінниця відказалися, технокупці все побідили, все було просто. Поэтому, якщо у вас щось сломалось в техніці, присилайте технокубу через нову почту, зв'язь зі мною по вайберу. Вайбер буде в описі. Ставь лайк обов'язково.